малыша с подарком в ожидании вновь увидеть добрый взгляд и, конечно, пожелать с днем рождения. Шага до кресла, полторы недели мы не пили и не пели. Слова в поисках времени, места, действия в поисках целей. Складывай кусочки этого пазла, посмотри на солнце, опусти ноги в воду. Не ходи в Макдональдс, если это опасно. Застрели меня, через 20 лет ты выйдешь на свободу. Я кидаю монетку, я тяну за рычаг. Я ставлю деньги на печального коня. Она смотрит свою почту, заходит в чат. Она делает что-то далеко от меня. А я валяюсь в подушках, запрокинув башку. Отключаю мозг до звона будильника. Она послала письмо, я завтра прочту. С днем рождения! С днем рождения! И
какие быть могут сомнения, и какие быть могут слова. Сегодня воскресенье. А завтра рано вставать. Затерянные в небе, на дорогах и в воде, поколения пользователей и абонентов, мы легко находим друг друга везде. Мы передвигаемся без документов. Мы сделаны из времени, бензина и бача, из половой и сотовой связи. У нас сердца в цветах и рожи в прыщах. Глубокая депрессия и сдвиг по фазе. Я буду спать до полудня, смотреть в потолок, прокручивать детали уходящего дня, терять ключи, искать носовой платок, чтобы убить время, прежде чем время убьет меня. Я буду вспоминать прикосновения твои, пить алкоголь и слушать часами, когда поют о нашей электронной любви люди с высокими голосами. А может, не в Марселе, ее звали Джоанна, или как-то по-другому, не важно, важно, что четыре шага до кресла, что закончилось все сразу. Пиво, силы, деньги, лето, она не слушает меня, ей неинтересно. Есть три шага до двери, и выхода нету. С днем рождения! С днем рождения! И какие быть могут сомнения, и какие быть могут слова. Сегодня воскресенье. А завтра рано вставать. We'll be right back.
дыхание весны.